На базе оздоровительного лагеря «Горное эхо» состоялись соревнования оперативно-выездной бригады ООО «Башкирэнерго». В состязаниях приняли участие 10 команд со всей республики. Соревнования включали в себя несколько этапов, начиная от навыков по оказанию первой помощи пострадавшему от удара электрическим током и заканчивая умением проводить подготовительные работы и ликвидации аварии на линиях. Один из этапов – это работа по освобождению попавшего под напряжение на воздушной линии 10 кВт. Задача бригады – сделать наброс на провода линии, чем создается искусственное короткое замыкание, автоматическое отключение воздушной линии и одновременное заземление. Участники также должны были в короткие сроки и с учетом всех нормативных требований установить раскрепленное устройство опоры, которое предположительно имеет внутренний дефект. На этапе допуска ремонтной бригады на комплектной трансформаторной подстанции задача подготовить рабочее место для работы ремонтной бригады. Экспертной комиссии учитывается как качество выполнения работ, так и время, за которое выполняется задание. Надо отметить, все команды показали профессионализм. По итогам всех состязаний наибольшее количество баллов получила бригада производственного объединения «Уфимские городские сети». Команда кумертауских электрических сетей на втором месте. На третьем – центральные электрические сети. Подобные соревнования способствуют повышению профессионального мастерства специалистов энергосистемы.